вот с этого ракурса еще на одном моем канале картины не было, я с нового хода белый. Уже белый, раньше красный. Оранжевый, красный. Там город. Видно, вот там верхушка далеко, гора 900 с лишним метров, вот она. Это Галичный. Далеко она такая пирамидка, ну, не берет ее тебе фото. Вот это вот 240. Вот это вот 252 что-то. Там вот человек с собакой идет навстречу. Ну, лыжи все, пришлось снять. А там пошла дорога на пивань, развилка тут. А это идет куда-то вот сюда, в тоннель, не знаю. На лыжах тут идти просто невозможно. То есть вот это вот битье все. То есть снегом бы присыпало, хотя полметра. Было бы терпимо, а так... Ужасно просто. Поэтому я двигаюсь, благо ботинки держат тепло, то есть соответственно двигаюсь подсобку туда. Дойду, не дойду, не знаю. Я бы, конечно, лыжи вообще поставил, но ручка рухается. Ладно, палки-то пригодятся. Я хочу все-таки на насыпь забраться, с насыпи снять. Посмотрим, по-моему, это тетенька называется Синой. У какие тетеньки бесстрашные. С другой стороны, купила собаку, и больше заняться нет. Детей рожал. Ладно, все, поехали. Ходила с ними в походы. Идем дальше, летаем, все. Так, видите, какой ветер. Он лыжи качает вообще. Что-то тут он прям на основном фарватере зверски. Ну, я дошел вообще до границы непроходимых торосов. Ну, конечно, пройти можно. Ну, блин, вот, что творится. Вот. Такое вот торчит, лезет. И вот он туннель. Вот он уже. Вот она, видно нас. И вот она, это вот основная. Сейчас я пальцем так. Ох, размывает, как это от холода, что ли. Не хочет фокус держать. Вот он. Вот в этой скалем пробит. Ну, конечно, уже обсыпанный. И ветрище. Я дальше не пойду просто, потому что жутко холодно. Вот город, ветрище все сильнее. Спрятать хочу руку одну. Одну держу. Просто невозможно. Пойду сейчас греться, костерок разведу на острове. Там было место для костра. Все, и тут тропа уходит в сторону. Тропа идет в распадок, вот туда вот. Рыбацкая. А мне прямиком ломится в торос. Просто смотрите, как здесь здорово. Для сравнения. Вот нога. Вот. Оно все как-то это. Ноги тут переломать запросто. Ну, я как бы рекорды не ставлю. Попытка засчитана. Все, дальше не иду. Там вот горы, вдали. Там белые машины, да. Для объектива нет. Могло еще красивее. Место. Тем не менее, редкие кадры. Фотки приложу, надеюсь. Кролик. Ай, замерзаю я. Замерзаю, зараза. Ничего вам показать. Да. И вот главное, ледяные поля. Вот торосы, торосы. Раз, ровные поля с льдом. Я даже говорю, ну, под самый берег это все заходит. Ладно, горшок он шатает, как лыжи. Хватаю рукавицы, греюсь, у меня еще чай там. Я вообще вспотевший на самом деле. На самом деле я вспотевший, мне этот ветер нахера хорошего не дает.